Доброе утро, друзья! Сегодня мы с Михаилом приехали на речку Лены. Сегодня у нас 15 апреля. Попытаемся ловить форельку. Миша первый раз будет ловить. Всем привет! Да. Попробуем подсказать, как и что. Надеюсь, что на первой же рыбалке он свою первую форельку поймает. Будем ожидать. Я под большим впечатлением от окружающей среды, природа. Потрясающее место. Все, что у нас получится, мы будем ловить на блесна Ая Lucky John. Вот такие вот блесенки хорошо себя зарекомендовали. Единственное, как я рекомендую, все-таки сделать немножечко, изменить раскраску. Замечено, что форель лучше клюет, когда приманка раскрашена именно форелевую окраску. Поэтому добавление нескольких черных красных точек, на мой взгляд, увеличит уловистость блесны. Очень просто. Берем водостойкий фломастер, ставим несколько точек. Сначала черным фломастером. Угу. А потом красным. Оно может быть не очень красиво, но проверено, довольно-таки эффективно. Вчера я пробовал, очень много было поклевок. Вот. На такую колебалочку. Вот такая пеструшечка у нас получилась самодельная. Ну вот сейчас мы с Мишей начнем ловить на выходе из ямы. Дальше идет перекат. Тут всегда стоит форель. Начнем мы ловить на колебалочке Ая Lucky John. Техника забраса очень, техника проводки очень простая. Мы забрасываем, стараемся под тот берег. И медленная, равномерная проводочка. Раз, коротенький рывочек. Оп, ай, была поклевочка. Медленная. Вращаем ее, как бы просто сносит. Фактически идет на снос колебалка. И изредка подыгрываем. После подыгровки очень короткая пауза. Когда блесна идет уже против течения, параллельно берегу, нужно вести как можно медленнее. Потому что если она войдет в штопор и начнет крутиться как вертушка, это уже будет бессмысленно. Перепады погоды, то было 18, сейчас опять 7 градусов. Конечно, это не положительно сказывается на клеве рыбы. Вполне возможно, что она сейчас просто неактивна. Ну вот, блесенку я схватила. Небольшая форелька. Видите, рыбка есть, просто неактивна. Опа. Вот такая вот красавица. Сейчас мы быстренько сфотографируем и отпустим. Вот такая вот. Ну вот, я поставил Ая другой расцветочки. Еще одна форелька клюнула. Тоже небольшая, к сожалению. На ту я ставил одинарный крючок. На эту, вернее, на ту я поставил тройничок маленький, а на это просто на одинарном крючке. Вот такая вот красавица. Не крупная. Мучить мы ее не будем, чтобы ее отпустить. Опа, вот и все. Лучше в руки не брать. Лучше пусть губа надорвется, но она не повредится, не обожжется. Вот, а я 3,5 грамма. Вот еще одна. На следующем же забросе опять поклевка. Это немножко вроде покрупнее. Ага. Не намного, на пару сантиметров, но более бойкая. Вот она какая пестрая красавица. Сейчас мы ее, опа, сфоткаем и быстро отпустим. Ну вот, на колебалочке Lucky John было поймано 3 форельки, несколько поклевок.
Сейчас оставлю каблисту 75-ю. Попробуем на нее что-нибудь поймать. Мелкая рыба клюет. Попробуем крупной приманкой отсечь мелочь. Проводочка, один мягенький рывочек, два маленьких рывочка, серия небольших потяжечек и пауза обязательно. Очень часто именно на паузе хватает форель, когда воблер, это плавающий воблер, он начинает всплывать, именно на всплытии его атакует форель. На одной из предыдущих рыбалок вообще забросил в коряге. Опять же так вот, порыв ветра. Начал вести, сразу уткнулся в ветку. Думаю, что делать? Остановил подмотку. Воблер всплыл. И в это время форелька за 40 сантиметров его скушала. И сама его благополучно вывела из зацепов. Просто сделала каскад свечек и перепрыгнула через все ветки. Можно сказать, спасла мне воблер. Такое бывает редко, обычно наоборот, заводит куда-то, но вот в прошлый раз мне повезло. Ну вот, на гряде гад 55-й, опа, попалась вот такая красавица, жалко засеклась сразу, вот сейчас соскочит, очень страшно. Вот такая вот красавица. Ну вот, наконец и Миша зацепил свою форельку на преференше, давай поднимай ее. Понимай, молодец. Первая в жизни форелька. Поздравляю. И уже такая, сантиметров 25. Уже не мелочь. Молодец. Так, за воблер возьми, за воблер. Руки ее не бери, не обжигай. Потому что ты ее обожгешь, она подохнет. Потом я быстренько вытащу. Пожалуйста, побольше фотографий. Так. Опа. Вот это уже да, тащит получше, преференшен работает. Миша, молодец, подтаскивай. Давай, давай. Опа. Это уже хорошая рыбка. Так, 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 ты не вытаскивай на берег. Опаньки. Есть. Поздравляю. Все это зачетно за 30 сантиметров. Это то, что надо. Все. Ну вот у меня тоже на преференс шат, только маленькая. Опа. Вот такая вот. Опять 20-22 сантиметра. А Миша предыдущая была 33. Красавчик. Ну вот, да, на гагагон. Опять небольшая форелька. Вел твичем, она промахнулась немножко, бедолашка. Ну, сейчас мы постараемся быстренько освободить и отпустить. Вот такой вот гагагон 55-й. Понтон 25. Ну вот, мы отрыбачили почти до 6 часов. Миша решил купить карту на следующий день. Вот этот ангельшоп Альтена. Всегда можете приехать купить карту здесь. Работает он с 10 до 18. Так что рыбалка продолжается. Да, рыбалка продолжается. Но keine mehr verkaufen. Also ich habe eine zwei Stück gefangen, eine 25, eine 33. Ich habe sechs alle kleine. Ja, ich mache Video und stelle auf unsere Seite. Dann Leute können wissen, wo man kann kaufen. Achso, ich muss jetzt diesen Schein auf meine Freunde. Für morgen oder? Für morgen, ja. Ja. Вот такой вот маленький магазинчик. В принципе, есть все необходимое. Где крупные приманки на щуку. Нет,
силиконовые приманочки. Блесна. Бальзеровские неплохие воблерки, стоят недорого, форельку ловят. Ну, мирановские блесна не нуждаются в рекламе, отлично ловят любую рыбу. Ну вот, еще одна небольшая форелька, 7-я на сегодняшний день. Теперь на крэк-жерк, расцветка под форельку. Крупной пока нету, пока не везет. Самая крупная у Миши 33, молоток. Думал, коряга даже сначала, а это форелька маленькая, только опять снаружи засеклась, поэтому такое сопротивление. 8-я малявка. Вот клюнуло немножко побольше что-то у меня. Эпа-па. Не знаю, удастся ли вытащить. Подожди, подожди. Да, дай-ка мне свой подсак. Подожди. Не может быть. Отцепи просто вместе с этой вот. Молодец, Вадим. Первая сегодня у меня нормальная форелька. Молодец. Да, сантиметров 35 такая. Ну вот, уже что-то. Так, а ну-ка сейчас мы возьмем дальномер. Придержи ее за голову. За голову просто придержи. Опа. Вот так. Не замерим. Ну что, друзья, наша рыбалка окончилась. Мы вдвоем поймали чуть больше десятка форелей. Но самое главное, Миша первый раз ловил форель. Поймал две форельки, одна на 33 сантиметра. Зачетная форелька по сегодняшнему дню. Под конец и мне удача улыбнулась. Одну поймал на 37. А так одни малявки были. Ну, в общем-то, рыбалка удалась. Чего и вам желаем. А руслов твоих? Я так окрылен своим первым успехом, что присоединяюсь к вам, к словам Вадима. И будем сюда ездить. Всем привет.